Ой, ребят, привет, мои дорогие, я дожила до ужина. В общем, что у меня осталось от фунчозы? Я разогрела, я хочу жрать. Ну, выкидывать же жалко, правильно? Надо все доесть. И салат. Давайте, не знаю, как правильно поставить. И сделала салат себе с горошком, с майонезом и яйцом. Я вот сделала вот так вот. И минералка. Газированная вода, вернее, не минералка. Прям, ну вот как не жрать, да? Готов сожрать. Слона. Хотела же огуречек порезать, да ну ладно. Ну тоже у меня прям чуть-чуть. Разогрела в микроволновке. Яйца какие. Какой желток. Надо в смарт за фунчо зайти. За морковкой по-корейски. Ну, горошек, конечно, мелковат. Первое. Странно, на колбасу смотрю, не хочу. На рыбу смотрю, не хочу. Видать, уже все нажралась. Если зарплату получил, думаю, курицу куплю. Куры с пары прямо огромные, большущие. В общем, все сюда надо. И чем? Или в смарте. Там тоже куры хорошие, я тогда покупала. Думаю, какой суп сварить в выходные. Или завтра. Думаю, гадаю. Чего я хочу? Я бы... Может купить говяжьих косточек. Остальное все есть, да? А, лук. Ну, в общем, все равно мне надо лук. Завтра покупать говяжьих косточек. И банку этого. Не, значит, завтра, наверное, пойду в смарт. Лишнего ничего не покупаю, но лук нужен. Курица там уже. Такое все. Может, харчо сварить?
Ну, вот мне этого салата хватит. Сейчас наемся. И до конца лет, наверное. Ну, может, на даче еще иногда. Но вообще у нас на даче любимый салат. У Яны, у Ани, у меня еврейская закуска. На природе за милую душу. Красота. С хлебушком, с булочкой. Да с чем хочешь. Всегда там делаем ее. Не знаю, насытился я или как. Не поняла. У Ани хорошая новость. Но она, наверное, вам уже сообщила об этом. Вернули Шейн. Все, я наелся. Юль, ну что тут тебе? Я уж тебя не отнимала. В следующий раз тебе в тарелку полезу я. В общем, все это... Все, наелся. Я не знаю даже, доем я это или нет. Ну, захотела, съела это. Неизвестно. Может, и не доем. А может, и доем. Все, всем обняла. Чмоки-чмоки. Пока, ваша Наташа.